Сегодня выбираем чеснок. У него множество полезных свойств. Например, в чесноке содержится аллицин. Именно он отвечает за характерный запах. Это один из первых антибиотиков, которые начали использовать люди. Также овощ помогает бороться с простудами и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Давайте же разбираться, как правильно выбрать чеснок. При выборе чеснока стоит обратить внимание ровно на два аспекта. Это твердость и сухость. Как мы можем оценить твердость чеснока? Это, конечно же, прощупывая сами головки чеснока и отдельно зубчики. Чем плотнее головка, чем интенсивнее прощупываются зубчики, тем более вызревший чеснок и, соответственно, тем больше питательных компонентов. Если же зубчики слабо прощупываются, а сама головка укутана во множество чешуек, это говорит о том, что чеснок не дозрел. У свежего чеснока кожица должна быть плотной и сухой. Избегайте луковиц с морщинистой или обесцвеченной кожицей, поскольку это может указывать на старость или неправильные условия хранения. На шелухе не должно быть признаков плесени в виде черных точек, а также трещин и других повреждений. Также, если мы говорим о выборе между проросшим и непроросшим чесноком, то стоит остановиться на непроросшем чесноке, потому что при прорастании запускаются определенные биохимические процессы. Для нас, как для потребителей, содержание питательных компонентов снижается и увеличивается содержание определенных компонентов, менее пригодных к усвоению нашим организмом. Размер чеснока, как правило, не влияет на его свойства. Что касается аромата, то у свежего овоща он будет сильным и острым. Избегайте луковиц с затхлым запахом. Если мы покупаем зимний чеснок, то он будет, как правило, храниться до середины зимы. Зубчики будут, как я уже сказала, более крупные, будут содержать достаточное количество питательных элементов, и они будут идеальны для приготовления различных блюд. Что касается ярового чеснока, то он может храниться до 2 лет. В нем будет максимальное содержание полезных компонентов. Итак, выбирайте плотные на ощупь головки чеснока. У свежего и качественного чеснока абсолютно сухая и светлая кожица, а также острый аромат. Вкусных и полезных покупок!